Село Кусак немецкого национального района. Прошлую зиму здесь пережили в сложнейших условиях. Наступление грядущих холодов люди не просто боятся, они пишут во всевозможные инстанции. Депутаты ЭКЗС о бедственном положении села знают и задают вопрос ответственным. Правда, ответ в РИУ министра по жилищно-коммунальному хозяйству края обстоятельным не назовешь. По состоянию на 25 сентября на котельной темноте идут вялотекущие работы. Котельная отключена от электроснабжения по отключению долгов, создан в новую муку. У меня простой вопрос. Будет ли к этому отопительному сезону запущен тепловой комплекс? Да. Еще одна проблемная точка – Шипуновский район. Здесь прошлой зимой с нехваткой и плохим качеством топлива столкнулись 22 из 60 котельных. Но пока, сетуют местные жители, решение проблемы свелось к одной единственной мере – резкому повышению тарифов на тепло. В Шипуновском районе депутатов принудили принять документ о повышении тарифов на 36% на отопление, что грозит серьезным социальным напряжением. Людям не объясняют, почему, как это обосновано. Никто не говорит о том, что сегодня ситуация в жилищном комплексе в энергетике Алтайского края великолепная, и какие-то там у нас светлые показатели. Я уже слышал, что сегодня публика за то, что вот повод составил почти 300 миллионов рублей. Ответы в РИУ министра не всех депутатов устроили. Большинство подготовку края к зиме оценили удовлетворительно или всего лишь на тройку. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости.